Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Раджапутра Випхаша, Униара, Раджастхан. 1770 год. Бумага 34/25. Униара. Небольшой город в Раджастхане. Это северо-запад центральной Индии, прославившийся как центр традиционной музыки. В Индии музыкальные темы часто становились сюжетом для художников, которые таким образом старались изобразить настроение, передаваемое мелодией. Данная миниатюра является иллюстрацией классической раги Раджапутры Випхаши, который представлен молодым, красивым юношей, напоминающим Кимадеву, бога любви. Он сидит на золотом троне вместе со своей красавицей-возлюбленной. На Випхаше нарядное одеяние, черный тюрбан с арпехом, украшением из драгоценных камней, жемчужное ожерелье на груди, серьги в ушах, на полу перед троном его золотые туфли. Девушка влюбленно смотрит на избранника, а он натягивает тетиву и пускает стрелу, наконечником которой служит цветок лотоса. Она должна погасить солнце и остановить рассвет, чтобы герой мог продолжать наслаждаться обществом красавиц. Красный и белый, доминирующие цвета в оформлении дворца, символизируют любовную страсть. Ну, вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Раджапутра Випхаша, Униара, Раджастан, 1770 год, бумага 34/25. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Thank you.